Всем привет, друзья, меня зовут Сергей Лав, вы смотрите канал Unchained на ютубе. И сегодня я вам покажу такой мини, ну вообще как мини, достаточно популярный и частый ивент на нашем сервачке. Это запуск airdrop. Почему? Потому что у нас отключены сишки, отключены болты. И естественно, конкретно количество airdrop можно контролировать, количество сишек, и вообще стимулировать людей прибежать и пострелять. Давайте запускаю я, посмотрим, сколько прибежит. Я в невидимой броне, я в неуязвимости. Моя задача только смотреть, сколько тут людей прибежит. Это весело наблюдать, как другие стреляют, когда ты, в принципе, невидимый и неуязвимый. Потому что, ну, сам уже я настрелял достаточно. Если наш клан сюда прибегает, сразу начинается нытье, что мы все, как будто для своих там это выдаем, там аирдропы наши лутают, и СЛ там какой-то это, и, в общем, всякая фигня. Вот, поэтому я просто сижу, смотрю, бывают очень интересные замесухи. Вот, если вам нравится и вы поддерживаете идею серва без C4 крафта, потому что это бесконечный крафт, это стопудово серв умрет, если только у вас не очень популярные там какие-то источники раскрутки. И без болтовки, а на дрочере вам тоже не нравится, заходите. Вот, но на этот счет я длинное видео об изменениях, которые уже произошли, вот, и которые грядут, почему они должны быть, почему я не хочу так. Ну, может быть, потом я все на дефолт откачу под конец и посмотрю, что будет. Но не знаю, что, пока все не попробуешь, не узнаешь. Вот, поэтому, кто такие идеи, кому нравится, завтра я все это расскажу. А пока можете заходить, играть на том, что есть, и бегать на аирдропы, пытаться их залутать. Они достаточно часто летают. Тут вообще никаких проблем нету. Блин, народ прибегает. Ну, народ прибегает так. Бывает больше, бывает меньше. Организованных людей мало прибегает. Вот это очень жалко. Я помнится, вот раньше, блин, бегал, народ просто прям вообще там толпы бегали сюда. Прям там бесконечно, там минут 5-7 точно происходила какая-то месиловка. Там, то есть, невозможно было вынести что-то. Ты там что-то пытаешься залутать, из мешка уже еще, там уже коробки-то давно нет, но дроп, там, он чуть-чуть расползается. Там кто-то раз залутал, метр где-то пронес, чпок, его убили уже. Метр пронес, там, следующего убили. И вот так вот кое-как там народ выносит. И вот смотрите, сейчас 30 человек онлайн. 30 человек онлайн. И бегает один Леонардо здесь лутать. Но я запускал чуть ранее, вот там был хороший замес, я, к сожалению, его не заснял. Жалко, на медвежьей полянке там вообще хорошо так ребята тоже стрелялись, там вообще было экшончика. Вот, но здесь что-то экшончика-то и нету. Вот такой вот ивент. Народ хочет аирдропа, аирдроп должен стимулировать прибежать постреляться. Из 30 человек прибежало, вот сколько тут прибежало, целых 2 человека. И то они без одежды, без всего. Собственно, в чем прикол аирдропа, объясните мне, я не знаю. Аирдроп, для чего вообще разработчики задумали аирдроп, как вы думаете? Для того, чтобы людей как-то как-то собрать, простимулировать их прибежать в эту точку. И, соответственно, кто круче, тому и достается. Аирдроп так не работает. А он работает как? Кто крутой, он уже давно залутал, он нафиг не нужен. А сейчас вот эти 3 человека прибежало. Ничего интересного не произошло. Ну ладно, давайте попробуем в городе закинуть что ли аирдроп. Может быть, в город прибегут. Давайте сообщим людям. Дроп через 1 минут. Может быть, так поможет им. Простимулирует ребят прибежать там как-то более организованно, что ли. Для этого мне надо затепаться в самого рта, естественно. Посмотреть, что здесь сейчас произойдет. Так, пофиг. Ну, блин, все равно. Ты, ё-моё, какая разница? Может, кто-то прибежит хоть постреляться там? А? Хоть кто-нибудь. Нет, вот. Почему уснул? А где же еще? Так. Везде бросал. Вот, вот, видите, о чем я говорю. Селфсом подыгрывает, как будто. Кому-то, кому-то это надо нашим. Хотя на сервисе сейчас даже не новый сел. Есть типовец, он админит, естественно, вместе со мной. Есть я. Все, больше сел на серваке нет. Но все равно все считают какие-то, блин, непонятные, в общем, идеи у людей, мысли, ну, школьники какие-то все-таки. Мало адекватных людей, это очень плохо. Но завтра я все об этом расскажу. Сегодня я так пытаюсь развлечь немножко народ. Ну, блин,
Час назад было веселее. Ну что, давайте погнали. Почему смол? Мне нравится смол, вот почему. Нравится здесь кидать аирдропы, мне нравится, как здесь могут происходить баталии, потому что в город можно бежать с четырех сторон, есть постройки, в которых можно заныкаться, то есть самый такой оптимальный. Здесь не долбит радиация, здесь нету мобов, которые мешают, отвлекают от непосредственно ПВП. Вот, вот, смотрите, кто-то в красненьком. Хиты хорошие, чуваки. Вот я видел, они втроем там, вот, которые я говорил, и ЕБС вот эти. Вот эти два клана, в принципе, могут действительно что-то еще там, хотя бы человека три предоставить организованно. Блин, чё как мало падает, жалко. Вот, остальные тут так, массовочка такая. Люди не скооперировались еще толком, не знаю почему, что им мешает. Какие-то психологические проблемы, может, мешают хотя бы прям на сервере найти еще двух одиночек. И все, это ты уже практически... Уже у тебя есть огромные шансы, что ты залутаешь. Вот видите, это вот заявка уже на то, что они залутают. Практически 100%, там 90% ребят я ставлю, что они залутают. Если никто не придет, хотя бы человека два еще тоже так, таких организованных, то это стопудово они заберут. Посмотрим, как будут развиваться дальше события. Вот это уже, видите, поинтереснее ситуация, чем там. Ну место такое там дурацкое, видите, хрен там кто прибежит. Ну, чего, где-то стреляют же, чего не прибегает никто. Сейчас уже дроп-то упадет скоро. Реквием с ними. Падает. Ну, неужели? Где-то вдали стреляются, но что-то не бежит больше. Вон там медведь от кого-то бегает. Но, походу, дело сюда никто не собирается. Вот видите, все, то есть... С 30 человек пришла вот группа 3 человека, парочку бомжей буквально отстрелила на халяву, и все, это практически халявный дроп, ребят, тут, ну, блин, меньше, как легче еще получить дроп, я не знаю, то есть просто прийти вдвоем, вот, смотрите, вот, ну, что он бомж один, его сейчас просто, да, разнесут. Вот когда прибежало наши 3 человека, вчера вот было, я тоже так запускал ивенты, народ там на одном аирдропе залутал, то один какой-то, один буквально прибежал с дробашом, залутал. Вот, там просто чат взорвался, что эсэловцы такие уроды, там своим подыгрывают, для себя опускают лут, там, они всех выносят, играть не дают. Вот сейчас делают это другие люди совершенно. Вроде народ молчит, то есть если эсэл, то все, это агро плюс 100 сразу. Вот, ну, все, тут никто не пришел, где кланы боевые? Вот хиты, че хиты-то не пришли? Хиты где вы? Эх, не пришли хиты, жалко, вот хоть кто-то, блин, ну куда это закидывается, это вообще, по-моему, за предел карты, всех разумных пределов карты, 5000 метров. Блин, лажа какая. О, вон кто-то в зеленке забежал, ну это, по-моему, нафиг сиповец-то туда... Нафиг он туда вызвал этот аирдроп за пределы карты там просто. Ух ты, я пропускаю экшен, там очень матерный ник. Убил кого-то из ЕБСа. Черт. Реквием. МС Киоли. Ну, МСы могут что-то еще тоже сделать, на самом деле, но они больше нытики. Там школьники такие очень жаловались, что, мол, СТ4 нет. О, бегут, вон, смотрите, зеленые. Ну, что-то как-то слоупочно бегут, все равно, согласитесь. Аирдропа уже давно нет, а народ еще только-только что-то подтягивается сюда. Хотя я и сказал же, вроде, через минуту будет. Хотя, может, они живут реально далеко. То есть, ну, это просто... Этот город очень близок к центру карты. Я еще на складе могу закинуть. Или на ангаре. Да. Ага. Пошло дело. Ну, вот двое пришли, кто это хотя бы? Какие-то, ну, без клантега. Но видите, двое человек просто прибежали, тут пытаются что-то откусить или хотя бы просто постреляться. В принципе, у них есть шанс. Видите, была группа из 3 человек, двоих уже нету. Одного там посливали, народец, в общем-то. И я думаю, что через минуток 10 я запущу. Вон, кто-то, видишь... Пишет, блин, мне сиповец пишет, что ему годмод нужен. Как-то Оксмин очень хреново работает, на самом деле. У меня не работал годмод, потом вроде начал работать.
Но не хочет работать. Вот Павса тоже не хочет флаг Гудмода работать. А без Гудмода как вот запускать самолет, допустим? Тебя просто убьют и отнимут нафиг всю эту. Все, что у тебя там есть с собой. Невидимую броню, конечно, отнять нельзя, но. Видите, они даже без скайпа, без какого-то войса не игрового играют. То есть просто как-то скооперировались. И вот вернулся, походу, делая. Кто это? Один из его есть. Он отрабождал. Сейчас, походу, есть, он его убил. Он убил Реквиема. Отлично, ребята, просто молодцы. Вот, вот ради этого, ребята, отключено C4 на серваке. Чтобы не было дрочеров со снайперками вот здесь. Потому что они тоже отключены. Чтобы не было такого, что зачем нам туда бежать, у нас и так есть. Чтобы народ вот прибежал, вот так вот пострелялся. Вот видите, видите, он голый уже прибежал с камнем. То есть он-то с камнем, он да, ему тоже вроде бы можно там что-то там с киркой бы прибежал. Может быть кого-то слил бы, их же двое всего. Вдвоем мы прибежали с кирками, могли бы там одного убили, там тут что-то залутали. То есть вот ради вот этого, собственно, организуется это все вот это. К этому я стремлюсь, чтобы люди вот к этому это вот ради этого играли, а не ради того, чтобы там ночью втихую кого-то зафармить, там по-тихому как-то ресов где-то стыбрить. Вот здесь голый он прибежал, его можно стрелять, потому что он же не ресы фармит, он для сюда и прибежал, чтобы на шару там что-то залутать или кого-то убить. Поэтому они не жалуют, что вот я прибежал на дроп, меня убили, в принципе, потому что... Вот, видите, движуха, даже голый, но все равно движуха. Видите, сколько уже мешков. Сначала одни стреляли, потом другие. Вот это вот игра, да. Вот это вот ради этого, блин, собственно, все и должно быть. Чем больше вот людей будут прыгать там в кевларе, там больше группы этих самих, их сами группы больше. То есть будет еще круче, еще динамичнее. Но люди, очень мало людей, которые понимают, что вот именно ради этого игра-то должна быть. Вот ради вот этих моментов, когда ты такой раз, тут откуда-то могут прибежать. Надо быстрее лутать, домой. Оп, еще кто-то бежит. И вот это вот такая, вот он с пистолетом прибегает, снял с него кофту фактически, XD какой-то, он соло прибежал, но тем не менее, видите, кофту снял, там еще где-то стрельба, блин, его походу Сэмки сейчас просто изнасилует, но нет, забежал, Леонардо опять убил, смотрите-ка, где-то ЕБСа, блин, офигеть, вот этот саплин, вот этот вот такой бросок мне нравится, то есть видите, я дал ребятам стимул постреляться, неужели он убьет с пистолета XD? Его там просто замесили. Конечно же. Народ что, не залутал, что ли? Я не буду. Мне ничего не надо. А, что, я не могу зайти? Тут какая-то невидимая дверь или что-то блочит заход туда. Я не знаю, как он туда залез. Тем не менее, видите, два чувака. Тут была сначала группа из трех, потом прибежали вот эти ребята. Во-во-во, еще тут. Это, наверное, ЕБС опять бежит, нет? Это Леонардо прибежал. Хотя Леонардо ныл, что зачем крафт отключать? Вот зачем Леонардо. Вот, смотрите, МС-ка тоже они ныли все. Но вот этого не было бы, если бы не было стимула. Ну, людям нужен стимул. Нужно какое-то оправдание к экшену, побуждение к экшену. Вот. И вот мы на сервере именно стараемся тут отлично отстреливать. Кого-то сейчас сольет. Нет, не добил. Там уже кто-то на скале сидит. На скале, смотрите, народ там. Ух, это, походу, делал сиповец. Он стреляет админскими или что это? Нет, это флайер. Я думал, это сиповец, может, админскими стрелами стреляет, потому что они тоже так светятся. Но нет, это нифига не он. Какой-то другой чувак, смотрите, он тоже с киркой пытается его слить. Вот видите, киркой даже можно его чувака с автоматом можно просто киркой заколупать же, если он ошибется. Ну или там просто ты его перекрутишь. Тут еще народ, вот это движуха, ребят, вот ради этого. Заходите на наш сервер, будем еще больше вот этого, только больше. Вот, не будет никаких вот, тоже вот нытье, типа, ой, там меня взрывают постоянно, сервер плохой, меня постоянно взрывают. Так взрывают постоянно почему? Потому что есть бесконечные сишки, поэтому я взрываю. А без бесконечных сишек взрывать будут намного меньше, намного, в разы, в десятки раз меньше будет взорванных домов. Вот, соответственно, будет больше у людей, будет равномернее распределен лут, больше экшена, больше людей, у которых есть лут, которые могут они себе позволить слить. Итого, вот они, в него кто-то попал. Это точно не я попал. Но ему что-то откуда-то прилетело, вы сами видели. Такой гдрынь. Так, он что-то залутал здесь. Блин, ну что? Что тут? Где-то еще пальба. Я же не могу везде быть. И тпхаться через ники тоже не очень удобно. Потому что я не знаю даже, кто там стреляется и где стреляется. Вот, ну эти ребята опять идут в город. Может быть, еще один? Эйр прям сюда же закинуть. Или народ будет жаловаться, что я как-то... Ну, кто ближе живет, он XD вышел. Жалко XD, что не будет принимать дальнейшего участия. Но чем больше людей прибегает, то тем лучше. Во-во-во-во-во. Смотрите, МС, он его обходит. Он же прям за спиной. Или он с ними? Не может быть, чтобы он с ними был. Сейчас просто изнасилуют. Есть, голый изнасилован.
Давай, пошло. МП-5 или драмаш? Драбаш. Есть. Итого МС всех в итоге затащил. Вот это супер. Вот это сколько здесь мешков лежит. Вот. Но как же редко такое все-таки в игре случается. Очень жалко. Это должно постоянно быть в игре. Каждый игровой день должен быть вот так проходить. То есть ночью ты там что-то крафтишь, что-то там собираешь, там вечером, утром что-то там пытаешься немножко добыть ресов. Вот. А днем ты идешь вот на такие какие-то ивенты и там просто... просто мутишь все там вот это вот это вот. Одни сначала тут доминировали, была группа из трех, потом уже за них прям все забыли, кто там был, какие-то ЕБСы пришли, Леонардо их всех вынесли. Теперь вот МС пришел все-таки под конец. То есть опять же, то есть не факт, что если ты прибежишь первым, тебе все достанется. Возможно, лучше чуть-чуть подождать, пока там народ перемесится, там потом перезаспавнится. То есть это все очень-очень-очень здорово, круто, видите, динамично. Ради вот этого стоит играть, ради этого стоит организовывать все, все это. Ну что ж, будет здесь продолжение интересной истории или на этом все? На этом действительно все, кто был готов постреляться, пострелялись и запихивать еще. Была 1С4, мало сишек на самом деле, надо их увеличить, количество сишек. Да просто, блин, криво работает, вот airdrop очень криво настраивается, это самая кривая настройка, там толком ничего нельзя сделать. Там пистолет я хотел убрать там некоторый мусор из-за аирдропа, допустим, патроны на дробаш, нафиг это надо. Вот, допустим, добавить в большинство из них, это с ним там самолет пролетел, в большинство из них добавить пистолеты с патрончиками, чтобы там ты 50-70% получал, вот ты добежал голым до этого, и у тебя уже там раз залутал пистолет, и ты уже можешь стрелять. То есть это все равно повышение динамики боя. То есть ты же не можешь там фундаментами отстреливаться, толку-то, что ты их залутал, если их вынести не можешь. А так ты на раз нашел там пистолетик, сразу начал стрелять там тыры-пыры, больше оружия, больше в одной точке, больше стрельбы и прочего-прочего. Вот, но... не дает мне разработчики такой возможности, игнорится почему-то этот конфиг. Количество вроде как того, что там может выпадать дефолтно, вроде как можно настроить. Вроде бы. Но изменить этот список я вообще никак не могу. Ну, блин, разработчики сами жопу не чешут свою, чтобы как-то исправлять игру, делать ее лучше, интереснее, динамичнее, популярнее. Вот, и, скажем так, другим людям не дают. Я могу там вот болт запретить, но это ведь не исправляет всех проблем там с оружием. Я могу запретить сишки, но это опять же не решение всех проблем. Многие вещи, которые я просто не могу. Я могу что-то изменить, сделать сервак этим лучше. Вот этим, собственно, я и занимаюсь. Ну что, где-нибудь еще, может быть, запустить. Давайте попробуем. Кстати, блин, что-то уже второго человека вижу, модно стало, потому что ставить клантек SL запрещено, если ты не член SL, потому что, ну, видимо, всем очень хочется поставить SL-ку каким-то фейковым. Вот, и кто-то придумал делать клантек не SL. Не SL не запрещено использовать, в принципе, и смысла нет. Вот, поэтому можно. Давайте я еще на городе запущу самолетик. Итак, онлайн сейчас 40 человек. Ну, 2 админа, считайте, то есть стало вроде люди чуть больше, но все равно ощутимо, там 30, 40, 40, 50, 50, 60. Вот 50-60 уже мало заметно. 60-70 тоже, то есть 50-70, ну там, а вот 30-40 все-таки ощутимо. Блин, че он опять один? Посмотрим, прибежит ли кто-нибудь сюда. Но вот то местечко благодарное для город. Я же сказал, город он благодарен, потому что можно с разных точек прибежать. Это, ну не то чтобы центр, но очень близко от центра. Центр это вот за складом, вон там полянка, это фактически центр. Или склад-центр, так, где-то примерно. Все очень близко. Это место тоже достаточно близко. Вот, это немножко другая часть карты. Еще на ангаре я кину. Так, я сообщу ребятам. Нет, я не буду сообщать, чтобы интрига была. То есть, потому что если я скажу, на ангаре еще будет, кто-нибудь скажет, а, на ангаре еще будет, зачем мне туда бежать? Так, надо занять позицию поинтереснее. Вот на эту скалу бы куда-нибудь залезть. Посмотреть, чтобы как там, будет ли какая-то движня или все. Тьё-моё. Что ж такое-то? У меня не запрыгивается здесь на скалу, на эту. На эту скалу еще можно запрыгнуть? По-моему, можно как-то на нее залезть. Я сейчас все просмотрю. Да и тут деревья мешают. То есть деревья тоже никак-то не помогают хорошему экшену. Так, пока что здесь только бомжички. Такие, не очень. Ого, во-во-во, смотри. Пошло. Это опять тот же самый Леонардо, но он погнался за ним. Он убил ЕБС-ку, отлично. И другой-то залутал что-то.
Он уже все, надо было ему гнаться, надо было чарджиться. Там, потому что уже пролутано было абсолютно все. Ну, самое ценное, скорее всего, и все. Народ разбегается, как вы видите. А нет, 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 пошло, пошло, пошло. Реквием на этот раз убил. Ого. Ну, как видите, много знакомых здесь. Лицких вот, вот, то есть народ почему-то стягивается намного позже к точкам, хотя я говорю, что там написал через один мид дроп там-то, там-то. То есть можно же было как-то в сторону выдвинуться хотя бы, чтобы уже оперативнее подойти, но как видно, что все-таки народ подтягивается чуть позже, чем актуален сам дроп, то есть... Вот, а еще вчера Реквием жаловался, что его глушом убивали. Такие дела. Ну так кто жалуется, что его убивают, надо развиваться. И так далее, и так далее. Что, здесь больше ничего не будет происходить? Вечереет потихонечку. Я уже все-таки под вечер закинул дроп-то. Ну, похоже, уже не будет особо сюда движухи. Так. Что, есть кто-то? Хоть кого-то он может еще подстрелить здесь? Ага, вон, смотрите, вон бегут. Но они его найдут, не найдут. Видите, тут просто место такое, скалы, такое, деревья эти. То есть не... Не, это никак не провоцирует хороший экшен. Вот, а как в городе, там открытое пространство такое, в принципе, открытое пространство. То есть там можно со всех сторон вбежать, ты там просматриваешь как-то всякие точки, не точки. Вот. Там лучше происходит, там поляна есть за ним, которую можно прострелить и так далее, и леска, и все, то есть очень разнообразно. То есть отличная карта именно, часть карты для организации драки. А здесь что? Здесь леса, там край карты уже, в принципе. Эх, вот так вот. Ну, в общем-то, я думаю, что на этом я буду заканчивать мой выпуск. Будут еще, конечно же, в дальнейшем аирдропы. Мы, в принципе, каждый день с Сиповцом сидим, каждый день пускаем эти самолеты, как раз-таки, чтобы народу было куда прибежать постреляться, чтобы был стимул туда прибежать, там, накрафтить до этого оружие и так далее, и так далее. Вот, пишите комментарии, ставьте лайки, заходите на наш сервак. И надеюсь, что мы развлекаем не только себя, но и вас.